Площадь военкомата в этот раз оказалась не столь загруженной. Всего лишь несколько компаний подкидывали своих призывников и выкрикивали их имя. Дело в том, что во время последней отправки осеннего призыва в армию уходит всего 6 призывников. Один из них — Андрей Пахомов. Едва ему исполнилось 18. Почему ты не косил? Вот расскажи. Неохота? Не мой стиль. Я же нормальный. Не мое. Андрей хочет служить в военно-морском флоте, но куда попадет, будут решать специалисты. Родителям парня не столь важен род войск. Они и так горды за своего сына. Переживания, но гордость за сына обалденная. Сын должен отдать должность, долг родине. И с этой ступени он становится настоящим мужчиной. Это самая малочисленная отправка этого сезона, но она отличается тем, что все призывники имеют идеальное здоровье. Категория годности 1, то есть это, скажем так, совершенно годный для частей специального назначения, воздушно-десантных войск, в учебные части. Они практически все будут служить в воинских частях Центрального военного округа. В целом, Нижнекамский военкомат провел осеннюю призывную кампанию успешно. В армию ушли 277 человек.